наибольшей искренностью, непосредственностью и честностью о своих друзьях, конечно же, рассказываю детям. Мальчишкам и девчонкам свойственно легко знакомиться, легко общаться и также легко дарить окружающим радость. Вот и на праздновании Международного дня друзей у торгового центра «Катапульта» юные мазыряне просто протягивали друг другу руки с предложением повеселиться. Большую часть музыкально-танцевальной программы ее организаторы направили на коммуникацию. Скептики могут вспомнить об эпидрежиме, но сразу скажем, на дружеской вечеринке о нем тоже не забыли. Руки старательно мыл каждый из участников, даже взрослые, и это неудивительно, когда речь идет о мыльных пузырях. Вот она, настоящая детская радость, когда можно сложить ладошки ромбиком, окунуть их в мыльный раствор и самостоятельно выдувать пузыри. Настоящая дружба, кстати, зачастую вырастает именно из детства. Дружба – это когда тебе друг поможет в любую трудную минуту. Мой лучший друг Денис. И мы друг другу в беде не бросаем. Мой папа говорит, чтобы мы друг друга защищали. Мой лучший друг, его зовут Андрей. Он постоянно заходит за мной. Он самый лучший друг. Андрей, Международный день дружбы. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты жил вечно, чтобы у тебя были хорошие отметки и чтобы ты поступил в какое-нибудь хорошее учреждение. История умалчивает о том, когда и кем был учрежден Международный день друзей, но мы верим, накануне каждый наш телезритель поздравил хотя бы одного человека. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».